Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. В данной инструкции мы с вами разберем подробно, как установить такое приложение, как Samsung Monitor Здоровья на часы Galaxy Watch 6 47 мм. Классик! Естественно, эта инструкция только для тех, кому данная функция недоступна или данное приложение для измерения ЭКГ и артериального давления недоступно в связи с региональными запрещениями. Ну вот, допустим. Во-первых, данная инструкция или вернее данная функция не работает со смартфонами не Samsung. Если у вас Samsung, то она работает. Если не Samsung, то это в принципе приложение установить, ну, по сути, официально невозможно вообще. Также, дорогие друзья, данное приложение не работает еще в тех регионах, где она недоступна. В частности, я специально поставил на свои Galaxy Watch 6 Classic 47 мм регион Казахстан, где данная функция недоступна. Поэтому я усложнил задачу. Во-первых, у меня регион, где данная функция недоступна. Во-вторых, у меня смартфон, с помощью которого, вернее, из-за которого эту функцию невозможно официально запустить на своих часах. Но благодаря такому дядьке, как Данте, не помню, там еще цифры какие-то, мы эту возможность имеем. Он делает моды. Эти моды я качаю на XDA. Именно у него. Ссылочку тоже на него дам. И делаю инструкции и помогаю другим, как говорится, людям это тоже сделать. Данная инструкция будет идентичной для Galaxy Watch 4 и для Galaxy Watch 5 тоже. Сначала мы с вами подготовим наши часики. Что значит нам с вами нужно делать? Открываем часы, настроечки. И еще наши с вами часы и смартфон должны быть подключены к одной Wi-Fi сети. Это обязательное условие. Идем, значит, мы с вами в самый низ сначала. Вот сюда нажимаем о Galaxy Watch. Дальше нам нужно сведения о ПО. И вот эта вот версия ПО нажимаем несколько раз, пока не появится вторая строка. Выходим, и у нас появились параметры разработчика. В параметрах разработчика мы с вами включаем ADB отладочку. Далее мы с вами включаем беспроводную отладку. Вот таким вот макаром ее включаем. До этого нам еще же Wi-Fi нужно включить. Так, все, он включился у нас. Поэтому мы сейчас просто включаем отладочку. Появляется вот такое вот окошечко. Нажать нужно вот сюда. И Алов. Все, готово. Теперь подключить к новому устройству. И у нас всплывает с вами, смотрите, первый код подключения Wi-Fi, дальше IP-шничек и порт. Что нам нужно будет знать? Что нам нужно на смартфоне? На смартфоне нам будет с вами нужно три приложения, вернее два. Первое — это Telegram и Bootjagger. Заходим в Telegram, канал SV-приложения, как вы видите, да? В этих SV-приложениях у меня есть приложухи, как раз модифицированные. Мы их с вами сохраняем вот таким образом. Сохранить загрузки. Это же первое приложение сохранить загрузки, так как оно для часов, а второе просто установить. Мы его с вами берем и устанавливаем. Это для смартфона. Когда установили, теперь мы с вами что делаем? Открываем Bootjagger. Он открывается. Здесь мы с вами на Bootjagger нажимаем плюсик. В плюсике нажимаем здесь еще помимо плюсика нажимаем Pair. И вот теперь вот эти параметры, которые были у нас здесь. Первое — это код, порт и IP-шничек. Вводим сначала IP. В моем случае это 192.168.0.41. Вот они. Я уже ввел. Дальше ввожу порт. В моем случае порт 43.673. 43.673. И дальше мы вводим код подключения к Wi-Fi. Вот это вот. 304.167. 304.167. Вот так. Смотрите, я сейчас нажму на Pair, а вы смотрите-ка на часики. На Pair нажимаю и часики. Бац, у нас уходит первое окно и появляется второе. Все. Видите, у нас здесь вот есть вот этот вот пунктик. Это уже как бы сопряжение есть. Теперь нам нужно с вами поменять порт. Порт обычно в Bootjagger меняется автоматически, но иногда бывает нет. Поэтому вы сверьте порт. Вот он, последние 5 цифр. IP-шничек уже у нас есть. Последние 5 цифр порт. Если совпадает, то нажимаем Connect. Connect. И когда Connect происходит, смотрите, всплывает такое вот уведомление. Подключение по Wi-Fi. Оно также здесь будет теперь доступно.
Видите, отладка по Wi-Fi включена. Все, появляются значочки тут всевозможные и так далее и тому подобное. Теперь нам нужно установить этот Samsung монитор здоровья уже и на часы. Для этого мы нажимаем на плюсики вверху. Select APK файл достаточно, его же также и оставляем. И переходим в Realme. Если у меня просто сразу же здесь внутренняя память, если у вас так не откроется, тогда вот здесь в моем случае, ну в вашем случае не Realme, а другой смартфон. Потом довлинг загрузочки, потом Telegram. И вот оно, наше приложение Watch SHM. Нажали на него, пошла установочка. Внизу у нас, видите, здесь показывает Install, а сейчас, когда установится, покажет сообщение. Видите, Pack Install. Все установилось. Теперь мы что делаем? Заходим и смотрим. В часики точно вот оно родное есть. Запускаем его. Даем ему разрешение при использовании. Готово, оно у нас запущено. Теперь также запускаем мы его с вами и на смартфончике. Запустили. Здесь принять. Samsung монитор у меня не стоит. Дальше мы с вами вводим имя, фамилию. Дальше. Выбираем дату рождения. Пол. Сохранить и дальше продолжить. Разрешение даем, прочесть, выход. И здесь уже появляется у нас, видите, откалибровать. Дальше нажимаем, далее он нам показывает, как это все дело делать для повышения точности, измерений, выполните калибровку с помощью тонометра с манжеты для верхней части руки. Для верхней именно. У меня тонометр вот для отсюда, для запястья. Здесь нужно лучше, говорит, такое использовать. Ну и дальше он показывает, что делать. Одеваете часы вот именно таким образом. Дальше. Здесь тоже на часах показано. Нажимаем далее. Он нам показывает, что часы у нас, допустим, на этой руке. Да, то, соответственно, тонометр одеваем на левую руку. Если у меня на правую, то тонометр на левую. И все это начинаем мерить. Все. Он говорит, что сначала включаем мы с вами тонометр для измерения давления. Проходит несколько секунд, здесь идет счет. И измерение начинается на часах. Не надеты, видите, у меня показано. Все, три раза так сделаете, введете данные определенные с тонометра в приложение, и оно у вас будет откалибровано. Вот так, дорогие друзья, в принципе, я думаю, что ничего сложного на самом деле нет. Не забывайте на Telegram подписаться, не забывайте подписаться на канал. Спасибо за ваше внимание и за вашу поддержку, естественно, тоже. Пока и до новых встреч!